День России работа самарского общественного транспорта будет усилена, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». К 22:30 перевозчик организует подачу дополнительного подвижного состава. Автобусов маршрутов 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. Транспорт будет ожидать пассажиров на улице Самарской, на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого. Кроме того, в ночь с 12 на 13 июня 2023 года время работы метрополитена и остального общественного транспорта продляют до часу ночи. 12 июня также в полном объеме будут осуществляться перевозки к садово-дачным массивам по расписанию воскресного дня. В Кировском районе продолжается планомерная работа по замене лифтов в жилых домах. Сотрудники администрации района провели осмотр хода работ в многоквартирных домах, где сейчас происходит замена старых кабин, которые уже отслужили большой срок. Уже совсем скоро жители будут пользоваться современными и безопасными лифтами. Напомним, задачу по наращиванию объемов оборудования во время одного из прямых эфиров поставил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, таких масштабов не было никогда. Меняли по 100-120, а сейчас 1500, пишет телеграм-канал администрации Кировского района. Представителям старшего поколения очень важно чувствовать себя нужными, видеть заботу о себе и самим приносить пользу. Городские власти делают все возможное, чтобы поддержать их в этом, информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. В Самаре предусмотрено несколько направлений социальной поддержки старшего поколения. Материальная помощь и социальные выплаты, организация полезного и интересного досуга, организация спортивно-оздоровительных мероприятий, санаторно-курортные курсы лечения и оздоровления, социальное такси. Подробнее можно ознакомиться на странице департамента. На склоне площади Славы ко Дню России открывается фотовыставка о красоте нашей великой страны, сообщает телеграм-канал Ленинского района. Выставку для жителей подготовили русские географы. Фотовыставка – настоящее путешествие. Все вместе мы сможем почувствовать единение и наш общий исторический код, основа которого – уважение и любовь к традициям и культуре России.